наш замечательный мусульман. Двери стучать, успокоить людей. Да, надо убрать. Здравствуйте. Вася, я тебя хотел официально от лица компании поблагодарить за отличную работу. Ты уже, ну, в прошлом году ты у нас лучший был, правильно, по результатам. И, по-моему, позапрошлом, если не ошибаюсь. То есть ты уже стабильный лидер. Вот хочется тебе пожелать здоровья, энергии, такой же у нас положительный, ты с клиентами также амбициозным оставаться, ну и покорять все новые и новые вершины. Спасибо большое. Я не знаю, долго думал, что тебе подарить, потому что я тебя редко лично награждаю, не так часто, как хотелось бы. Хотя вроде Омск относительно недалеко от Тюмени. Вот, во-первых, держите грамоту с признанием твоих заслуг. Это тебе. Вот. Во-вторых, от лица компании тебе еще сертификат. Спасибо большое. Очень все, мы, слушай, твой труд ценим. Он важен. Всегда смотрю за результатами. Вижу, как ты постоянно где-то энергию находишь. Мне кажется, это интересно. И я знаю, еще и клиенты довольны. Мало того, что ты там много сделок делаешь, еще качество хорошее. Это, мне кажется, самый важный показатель. Все, поэтому давай так держать. Молодец. Все, давай.